Дорогие друзья, всех приветствую! Вы находитесь на канале Мастерской этнических ремесел «Степной дух». С вами я, Валентин Медведь, мастер музыкальных инструментов, а именно флейта карин. И в моих руках вот такая вот красавица, которая настроена в тональности ля, и строю у нее миксолидийский лад. И, конечно же, я хотел бы сделать обзор на нее и поиграть для вас музыку. Вот когда сделал ее, пока делал, она мне очень нравилась. А когда я все уже закончил, все завершил, обжег ее, сделал второй обжиг, вскрыл ганозисом и начал играть, я понял, что вот она какая-то особенная. Какая-то вот... Ну, я думаю, вы сами послушаете и поймете. Вы знаете, вот поиграв на ней, сразу как-то улучшается настроение. Во-первых, миксолидийский лад – это очень интересный строй, потому что он позволяет играть не только в мажоре, да, то есть ее отличие в том, что это фактически мажор, но отличие миксолидийского лада в последнем отверстии, оно на полтона ниже. Если играть от второго отверстия, то получается минор. А если применить маленький секрет, я умышленно оставил палец, закрыв отверстие, четвертое, да, первое, второе, третье и четвертое, то, играя от второго отверстия, получается фригийский мажор или арабский строй. Ну, получается 5 нот, естественно, не все. То есть получается, покупая один инструмент, вы можете играть сразу в трех тональностях, в трех строях, да? Строй это у нас настроение, в трех настроениях. Поэтому вот такая вот и Карина. Благодарю вас за просмотр этого видео. Понравилось? Ставим палец кверху, подписываемся на канал, ставим колокольчик, следим за выходом новых роликов, необходимые ссылки и конечно же, возможность как приобрести, как заказать мои инструменты вы увидите под этим видео в описании. Сегодняшнее видео снято при помощи высоких технологий с применением инновационного света, который разработал мой друг, приятель. Компания называется Hexlight. Hexlight, я не всегда точно выговариваю английские слова. И ассистент, также мой друг Валерий Алтунин, фотограф и инфопродюсер. Всем до новых встреч!